Всем привет, ребят. Доброе утро. Да, вы правильно меня поняли. Я в Индонезии, на острове Бали. Это уже второй день, как я здесь. Вчера я очухивался, осматривался, приходил в себя, джетлаг, все дела. Я вам покажу попозже, что это за место, где я остановился. Но сначала я хочу вас отвезти, вот здесь вот недалеко, буквально 2 минуты идти, есть итальянская кафешка с настоящим поваром-итальянцем. Мы вчера с ним познакомились, он здесь живет уже несколько лет. Супер вкусно, и сейчас я иду завтракать опять к нему. В общем, это видео, это самые первые впечатления мои о Бали. Впечатления от человека, который впервые в Азии. Погнали. Ну давайте, раз это прям самые первые впечатления и эмоции в режиме влога, прямо сейчас буду вам наливать. Значит, первое, конечно, я так понял, что это деревня. Я попал в деревню, серьезно. Еще это все на контрасте с Дубаем. Это просто unbelievable. Вон, ребята там гоняют. У меня тоже есть свой скутер, мопед. Я вам потом его покажу. Мне тут выдали на прокат. Еще из самых первых эмоций, конечно же, погода, климат. Влажность есть высокая, да, 80% где-то. Но 28 градусов тепла, не 45, как в Дубае. Дышится, конечно же, совершенно по-другому. Сейчас вот утро, прохладный ветерок, прям очень приятный. И здесь земля есть, ребята, грунт, просто вот черная земля. Чернозем. Я давно не видел вообще такой земли. Все, пески, пески дубайские. Чистый грунт. 3,2 килограмма. Вообще просто самая типичная деревня, которая только может быть. Ну, прикольно, слушайте. И смотрите, даже пасмурная погода. Иногда идут очень короткие дожди, и очень резко они начинаются. Вот вам, пожалуйста, тропический ливень. Вообще для меня теперь уже дождик в диковинку, я должен признаться. Это очень теплый дождь на самом деле, и льет реально как из ведра. А еще я хочу сказать, что вот в Питере дожди всегда сопровождались моей тяжелой головой. То есть, ну, как бы давила в голову погода. Здесь же такого нет. Просто давление не так сильно меняется, и тучи достаточно высоко, а в Питере они низко. Поэтому здесь дожди я лучше переношу, это я уже сразу понял. Вот такой вот тропический ливень, ребятки, для вас снимаю. А вот, собственно, вот это итальянское кафе, куда я иду завтракать. Buongiorno, come stai? Ieri nel tuo locale ho mangiato da Dio. Ecco perché sono ritornato. Он стеснительный и не хочет показываться на камеру. Вот такой парень. Вот такой парень. Гоша! Оля. Пошли, пошли. Извините, до свидания. До свидания. Вот такой парень. Вот такой парень. Значит, я тут пересел в тенечек, и мне уже принесли мой завтрак. И прямо вот пахнет даже Италией. Такой вот итальянский островок. Здесь вообще такое местечко очень симпатичное.
тихая, спокойная, такая вот легенькая кафешка. Очень простенько, но, друзья, очень вкусно. И вот смотрите, я вам сейчас покажу мой завтрак. Та-дам! Ну, это же красота. Это же, что называется, вообще красотища. А вот десерт у этого парня, это вообще отдельная песня. Есть вот какой-то десерт такой крема, я вчера его попробовал, обалдел, кайфанул и сегодня тоже заказал себе этот десерт. Это просто отвал башки. Подается этот десерт вот в таком бокале. И вы знаете, что это очень вкусно. Вот просто trust me, как говорится. Так, ну давайте я вам сейчас покажу, где я остановился. Вот это такое небольшое поместье с маленькими домиками. Один из этих домиков занимаю я. Значит так, спускаемся вот сюда. Вон там вот стоит мой байк. И вот такого плана домики. Вот такого плана домики здесь. Их, наверное, не знаю, штук 10-15. Вот такой дворик. Так, проходим вглубь. Вот мои хоромы. Скромненько, но со вкусом. Если пройти дальше вглубь дворика, то здесь будет общая кухня. Значит, по поводу жилья. Смотрите, конечно, здесь на Бали можно отдыхать так, как в Дубае. То есть вот на таком же уровне. Здесь тоже есть и Кемпинский хотел, и Сент-Реджис хотел, и Булгари, по-моему, здесь даже есть резорт. И чего здесь только нет. И как бы, да, здесь можно спускать по 2000 долларов в день на проживание, да, только на проживание. Вот тут, где я снял вот этот маленький домик, это как бы вообще, я в шоке от цены, потому что, особенно после Дубая. Я как бы в Дубае не шикую, да, но в Дубае мне жилье обходится в 4 раза дороже, чем вот этот домик. И то в 4 раза дороже минимум, да, и если сезон повышается, то, наверное, и в 5 раз, да. Я так прикидывал, в 5 раз дороже за ночь вот самое такое простенькое жилье в Дубае будет стоить. В принципе, когда я выбирал на букинге вот это все, я смотрел по отзывам, и почему мне здесь понравилось, потому что везде, во всех отзывах было написано чисто, 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 нет насекомых, чисто, хорошие хозяева. Кстати, я тут еще не с многими местными пообщался, но вот хозяева здесь, они просто вообще великолепные люди и очень приветливые. И я читал и смотрел всякие видео, и говорили, что здесь местные балийцы очень приветливые, добрые, дружелюбные. Да, эти хозяева — это просто вообще золотые люди. Так вот, здесь вот этот домик — это супер скромное жилье, но оно очень чистое. Здесь нету всяких, вот за 2 дня я еще не видел никаких ужасов, а я тот человек, который очень боюсь всяких ползучих, летающих и так далее. И максимум я что здесь видел, это вон 3 муравьишки бегают, в остальном здесь вообще нету живности. И в доме, еще раз повторюсь, вот когда это важно, не грех повториться, здесь супер чисто.
Мне нравится. Я вообще планировал на 3 денька здесь, на 3 ночи, да, остаться. Но, может быть, я продлю еще на 3. А вообще план таков, что нужно, как мне сказали, порекомендовали, я планирую так сделать, нужно передвигаться с места на место и вообще посмотреть весь остров. Я сейчас нахожусь на Буките, и вот 10 минут езды на байке и океан. То есть очень близко. И давайте я вам покажу, наверное, сразу океан. Ну а чё? Ну а чё? Погнали! Недалеко от меня, 10 минут езды на байке, я так почитал пару статейчек, и вроде бы это должен быть симпатичный пляж. И вот я впервые вижу океан. И должен вам сказать, что сейчас океан достаточно спокойный, но все равно волны. И это я еще не на том побережье, где серферы гоняют. До того побережья я еще доберусь. А пока что давайте просто заценим... Что за пляж такой? Лежаки. Ну, это нормально, понятно. Тут можно катамараны брать на прокат. Но мы этого делать не будем. Так. Ребят, я вот точно так же, как вы, впервые это все вижу. И вот у меня самые первые такие эмоции. Просто лайв. Все вживую. Не подставное. Блин. Смотрите, вон там вот далеко. Я не знаю, видно вам или нет. Храм на утесе. Так, ну немножечко цветет, конечно, это не Финский залив, но все равно лодки какие-то. Давайте посмотрим, как вода после дубайского кипятка. Кстати, вот обратите внимание, какие у меня пальцовые кроксы, которые подходят под цвет моих плавок. Ну, стильным надо быть. Даже на Бали. Ладно. Надо помочить ноги в океане. Я никогда этого не делал. А, нет, делал, вру, в Португалии. Вот я лошара, я же был в Португалии. Ну, давайте. Ой, какая вода хорошая. Слушайте. Да вы чё? Ну, ребята... Это самая комфортная температура для плавания. А, кстати, очень шумит океан. Очень шумит. Очень шумит. Прямо шум. Вот я не знаю, слышно вам или нет. Вау. Там волны просто абзац. Но там, скорее всего, стоит волноотбойник, и до сюда волны вообще не доходят. Потому что все-таки, блин, там очень сильные волны. Вот это да! Вот это да! Но температура воды... Слушайте, мои бежевые кроксы сливаются с песком, и хрен их найдешь. Ха-ха-ха, подстава. Короче говоря, температура воды – кайф. Я сейчас обязательно буду плавать в океане, в свачах своих. Класс, кайф, вообще, атас, пушка. Какая температура воды классная. Это вам не баня дубайская. Знаете, я вот вылез из воды, сижу в тенечке, попиваю кока-колу. Блин, она 5 минут назад была холодная, уже теплая.
мысли какие-то в голову идут, я сразу же вам делюсь, так сказать, репортаж с места событий. Это реально у меня уже там 5-й день по счету, я впервые добрался до моря, и вот эти 5 дней у меня был самый тюленей отдых, который только возможен, самый ленивый. Из-за джетлага смена поясов часовых я в 3 часа ночи ложусь и в 12 дня встаю, и у меня день такой разбитый, и, знаете, я вот так вот стою, такой вальяжно, пошел к этому итальянцу, позавтракал, это уже где-то 2 часа дня, потом, шаркая ногами, вернулся к себе в этот домик, сел в кресло, в тенечек, там закурил сигарилку, сижу, отдыхаю, вечером там пошел прогулялся, потом могу вздремнуть, потом вечером поделать какие-то дела по работе, там чуть-чуть, буквально часик-другой, и там посмотреть какой-то фильм, лечь спать. И вот так вот у меня 5 дней проходит. Знаете, мне так понравилось. То есть, ну, как бы, как я обычно вот отдыхаю, когда приезжаю на какой-то короткий срок, это да, нужно срочно куда-то бежать, ехать, смотреть, планировать, куда в первую очередь, куда во вторую. Здесь нет, я на таком расслабоне, на котором вообще давно не был. И к чему я это все? Здесь, вот я смотрю на местных, реально ребята живут в таком же ритме, как и я. Во-первых, они очень спокойные. Во-вторых, они очень улыбчивые. И они вот так вот ходят, вы знаете, у них плечи опущены. То есть они вот так вот. Кстати, между прочим, арабы тоже так ходят. В основном. То есть вот эти люди, они как-то вот никуда не торопятся. И вот еще про местных людей. Это видео ведь первое впечатление. И вот первое впечатление я вам говорю. Я был под впечатлением от людей в Дубае. То есть все очень милые, дружелюбные люди. Здесь милота зашкаливает просто. Вот просто зашкаливает. Они всегда улыбаются. Мне кажется, вот 23 часа в сутки они улыбаются. Когда ты встречаешься только глазами с местным, там вот, допустим, не знаю, там что-то делает болеец, там какие-то, не знаю, вот какие-то свои рутинные дела, вот так вот поднимает глаза, встречается с тобой глазами, и вот такой сразу, значит, он так делает, и вот такой... Блин, это вообще, это так прикольно. Я сегодня с утра опять вот завтракал у своего итальянца. Кстати, я вам наврал. Нифига, он не 2 года здесь, он здесь 10 лет уже. И мы с ним, значит, разговорились. И он там рассказал, как он живет. Но это вообще отдельная история. И он сказал там, что есть и сложности какие-то, и трудности. Но вообще вот он уехал. Блин, это ладно, это реально про этого итальянца. Отдельный ролик можно снимать. И он такой говорит, вот у меня работают такие хорошие люди. И там девушка, официантка у него в кафе, 10 лет у него работает, с утра до вечера, практически каждый день. Она улыбается постоянно, она рада, вот я сегодня завтракал, наблюдал за ней, она рада каждому гостю, каждому, вот когда к ней кто-то обращается. Она такая счастливая, и она 10 лет... Вот в этом кафе туда-сюда вот так вот бегает, туда-сюда, вот кофе принеси, здесь салат, тут паста. 10 лет. Это вот я на нее смотрю. Улыбка, во-первых, у нее красивая, белая. Ну, то есть, как бы здесь улыбки у всех интересные. Генетика, генетика. Я так думаю, вернее, я не думаю, я уже знаю, я в этом убедился. Вот в Питере, когда я был, я жил неправильно. И в Питере очень много людей живут неправильно. Что в Питере? В Питере в 8 утра в стойку просто. Ты идешь сразу сражаться с этой жизнью, потому что там за окном, за дверью снег, слякоть, дождь, ветер. Ты оделся, шарф завязал, шапку натянул, куча одежды, пошел, откопал машину. Из-за снега прогреваешь, сидишь ее, дальше сквозь пробки, тебе все бибикают, там тебя ненавидят, здесь... Я помню, я как-то после Испании приехал обратно в Питер и встретил соседа в лифте, и я поздоровался с ним в лифте.
просто вот машинально после Испании, я там продолжительное время какое-то был в Испании, и я такой: здрасте. Я никогда в жизни не забуду его выражение лица. Он, ну, знаете, так заходил в лифт, вот так вот поворачивался, я ему говорю: здрасте, и он такой... Ну, то есть, понимаете, здесь люди счастливы с тремя футболками, двумя шортами и одними тапочками. Все. Здесь вообще, вот я смотрю, я вот наблюдаю в течение этой недели за несколькими людьми, там, ну вот, прохожу мимо них, там, встречаюсь уже, там, глазами, соседи мои, там, местные в этом кафе к нему, к этому итальянцу приезжают, и там вообще, по ходу дела, со всей округи к нему приезжают кушать. Там, здравствуйте, здравствуйте, уже так примелькались. И они все в одной и той же футболке, в одних и тех же шортах, очень спокойные, такие на расслабоне, загорелые, с татуировками, какие-то там косички, здесь какая-то бандана на руке. И вот здесь любят такие оверсайз, летние такие легкие футболки, и все, никакие Армани, никакие Гуччи нахрен здесь не нужны. Здесь другое отношение к людям, к себе, другая философия. Да, я, конечно, живу сейчас в таком месте, что нету вокруг Ролексов. Но я вас уверяю, что здесь просто люди не думают даже об этом. Ну, то есть, как бы, это не приоритет, это не то, о чем надо беспокоиться, там, волноваться. Удивительно. Знаете, зачем я сюда приехал? Отдохнуть. Головой. Говорят, некоторым этот остров помогает. И мне нужно чуть-чуть привести себя в порядок, потому что я, конечно, не буду вам сейчас рассказывать про мои там сложности, трудности, нюансы. Там, вот. Но я неправильно мыслю, я это знаю. И есть даже вот на физиологическом уровне проблемы, то есть вот от нервов и там, как это называется по-научному, там всякие неврозы и еще там панические атаки, что-то там еще, страхи. И, ой, я могу тут, могу рассказать, со мной иногда что-то стрёмное происходит. И вот надо вот здесь вот что-то исправить. И это первая причина, по которой я приехал на Бали. Да и вообще мир посмотреть, Азия, это интересно. Еще раз, я впервые, для меня здесь все в диковинку. И интересно, интересно. Ну, что я вам могу сказать, ребятки? Я, конечно, чуть-чуть под впечатлением дорог, от местного дорожного движения. В общем, как я понял, тут такие правила, типа, кто наглее, тот и едет. А вообще стремновасто. Вот я последний раз был за рулем байка, наверное, лет 10 назад. И вот так вот едешь как бы в потоке. Здесь тебя обгоняют, тут обгоняют, там бибикают, тут кто-то поворачивает. Надо быть супер-мега аккуратным. Напряжение капец колоссальное. В этом шлеме потеешь.
в худи тоже потеешь. Ну так, это, конечно, не Мерседес С-класса, но нормально. Нормально, без байка здесь никуда. Это мне говорили, и в этом я убедился. Главное, нужно все вот внимательно, аккуратно кататься, и все. Я поехал кататься дальше. Оставайтесь, не переключайтесь. Давай, давай, поехали. Так, короче, сегодня был тяжелый день, потому что полдня я катался на байке и смотрел, какое здесь еще есть жилье, которое можно было бы снять. И вот давайте рассуждать вместе, а вы мне поможете, подскажете, что к чему. Еще раз, вот это место, где я сейчас остановился, я снял на 3 ночи, просто чтобы освоиться и уже, как бы будучи здесь, посмотреть какие-то другие места. Я так думал про себя, значит, которые более приличные, там выбрать самое лучшее. И вот я за сегодня посмотрел 5 мест, и что-то я не очень нашел лучшее. Значит, получается так, что вот это мое место, это самое дешевое, реально. И оно прям, ну вот, очень приличное за свои деньги. Посмотрел я, вот, значит, какие-то там виллы, которые, ну вот, типа они симпатичные, вот типа симпатичные, типа место такое более цветущее, что ли, там цветочки, там бассейн есть, что как бы вот немаловажно, да, здесь вот где я, вот в этом, как это назвать, не деревеньке, а в каком поместье, поместье, да, давайте так назовем, вот в этом поместье здесь нету бассейна. Там есть бассейн, но вот заходишь в это бунгало, которое, в принципе, ничего такое. Ну, блин, оно точно такое же, как мое, только там высокий потолок, на потолке пауки, там открытая ванна душевая, и камни какие-то на полу, и там, ну, гекконы, я видел гекконов там, они симпатичные, мне нравятся гекконы. А вот всякие там пауки наверху, и я говорю, а у вас есть сороконожки? А она такая, ну да, бывают, но в номерах редко, когда они заползают в номера. И для меня вот эти сороконожки — это самое ужасное, что может быть. А еще всякие вот цикады, которые улетают, это вообще как бы, ну, стрёмно, стрёмно. Я очень впечатлительный парень, и вот, и еще раз, здесь, где я вообще ничего не видел. Кроме пары муравьев. Здесь как-то вообще нету живности, вообще никакой. Я один раз только комара здесь увидел. Я не знаю, что они здесь делают. Вот, но как бы здесь ничего нет. И вот эти бунгало, которые типа более фэнси-шмэнси, они стоят в 2 раза дороже. Да, в 2 раза дороже. И получается, это будет в 2 раза дешевле, чем в Дубае. Сейчас у меня в 4 раза дешевле, чем в Дубае, а там было бы в 2 раза дешевле. Но, в общем, как-то вот те бунгало меня не впечатлили. Потом я еще одно место посмотрел, которое как бы там, да, попросторнее, посвободнее, с кухней, там номер. И прям так, ну, симпатичненько, но там какое-то супер маленькое здание, где-то, ну, там есть бассейн, но он бассейн как ванна, блин, то есть его даже бассейном не назвать. И самое интересное то, что там вот какой-то маленький домик, коридорчики. Я даже не знаю, как я со своим чемоданом, вот если мне дадут номер на 2-м этаже, как я туда с этим чемоданом пройду, и как я затащу этот чемодан. Ну, то есть, блин, ну там кухонька есть маленькая. Да, там есть стиральная машина, по-моему, а здесь вот у меня ландри есть. Как бы нет, все-таки вот что-то все равно не то. А, нашел реально симпатичное место, которое мне понравилось. Оно такое свеженькое, чистенькое, новенькое. Стоит, ну, больше, чем в 2 раза дороже.
да, чем у меня здесь. В принципе, окей. Может быть, я там остановлюсь на недельку. Но вот тоже я так сижу и думаю, что там? Да, там есть бассейн, окей. Более симпатичнее дизайнерская раковина. Ну, там какая-то... А, шкафчик маленький. То есть здесь у меня просто вешалка, а там шкафчик стоит. Ну, ладно. Ну, в любом случае, я, короче, решил на 5 дней еще здесь задержаться, пролонгировать это все дело 5 дней, а потом уже... Там сейчас все равно fully booked они. А потом поеду на другую сторону вот этого полуострова, где я сейчас... Как он называется? Блин, я забыл. Букит, по-моему. А потом уже, где-то еще через недельку, поеду севернее, и Убуд надо посмотреть, и, в общем, да, туда, более в джунгли. Планы такие. То есть, в итоге, короче говоря, вот это место, где я сейчас, за смешные деньги, оно просто офигенское. Ну, серьезно. Тем более, да, вот вы мне спасибо помогли, подсказали, что зачем вообще переплачивать и ехать куда-то опять с чемоданом. Здесь вот все. Здесь сразу же байк есть. Вот, пожалуйста, никуда ходить не надо, ничего, не нужны никакие документы, залоги, пожалуйста. Здесь хозяева вообще шикарные, здесь 2 минуты рядом итальянская вот эта кафешка, которая меня вообще супер устраивает. Что еще надо? Я вот сейчас вот пришел, значит, смотрите, ну, как бы вот, чтобы не светить на Ютубе там прямо алкоголем, вот я себе взял в соседнем магазине местное пиво, индонезийское, попробую сейчас. Взял маленькие чипсы, Принглс, естественно, мои сигарилки, и все, вот такое вот у меня, вот так вот, блин, я отдыхаю. Кайфово. Я бы с удовольствием на камеру с вами выпил пиво, поболтал, поговорил и покурил сигаретки, но это все дело вредит вашему здоровью, и на Ютубе не буду тут светить. Вот как-то так у меня отдых проходит. Какое вкусное пиво у них. Прям вообще... Чипсы Принглс, какие-то другие. Угу. Отличаются от наших. В Дубае Принглс такие же, как в России. А эти отличаются. Они более такие тяжелые и плотные. Так, у меня на камере есть такой супер режим ночной съемки. И я вам могу показать первого геккончика, который я увидел. Вон там еще один мелкий. И вот тоже один повылазили, когда стемнело. Они очень мелкие. Не, вот ходить по ночам, по вот этим дорожкам, тропинкам, нахер оно мне надо? Я днем езжу на байке, еще подумал, блин, какие собаки все молодцы, и не нападают, как бы не гавкают на байке. А вот так вот ночью ходишь пешком, и, блин, собаки лают. И бесит. Это первое. Второе. Летучие мыши летают прямо перед лицом. Это прямо очень бесит. Третье. Я тут шел по дороге, и вдруг на дереве что-то зашевелилось. Я только потом понял, что там обезьяны были. Чуть не навалил в штаны. А еще на меня что-то упало, видимо, с дерева. Какое-то такое мокрое, типа помидора. Я думал, что я вообще разрыв сердца получу. Не-не-не-не-не. По ночам вот так вот ходить здесь. Да зачем? Кому это надо? Я иду обратно домой. Сейчас раннее утро, солнце не так шпарит, тем более переменная облачность. Я подумал, что это отличное время
для посещения парка Города Вишна. Он находится на Буките, там же, где я живу, буквально 10 минут на байке от меня. Это огромный парк площадью более 200 гектаров. Это частный парк. Здесь очень красиво. И он знаменит одной интересной статуей, которую я вам, конечно же, покажу. А вот эта статуя проникающего во все и всеобъемлющего великого Вишну, который восседает на своей ездовой птице Гаруде. А тем временем это самая высокая статуя в Индонезии. Говорят, что ее видно из любой точки острова Бали. И, на секундочку, третья по высоте во всем мире. Постамент, на котором располагается статуя, 46 метров в высоту и 121 метр непосредственно сама статуя. И построена она была относительно недавно, в 2018 году. Значит, из наблюдений. Здесь у всех, ну или почти у всех, ну просто ужасный английский. А точнее, его даже нет совсем этого английского, он отсутствует. Но это первое такое впечатление. Вот я сейчас тут гуляю в парке, у меня в билете написано там «Free entrance to museum». Здесь есть local museum и как бы есть free entrance. Я подхожу к работнику парка, спрашиваю, где музей. Он такой типа «Что? А, не понимаю». Я говорю «museum». Он такой «no English». Таксисты двух слов связать не могут на английском. У кого что, не спрошу, а я «как?». Это же мега-супер-гипер туристическое место. Вообще английский просто zero. Знаете, где я тут сейчас? Вот, в общем, я находился, посмотрел весь парк, а... Наслаждаюсь бесплатным refreshment drink. И посмотрите, какой у меня здесь вид. А? Ну? Разве это плохо? Скажите мне, разве это плохо? Если вы мне скажете, это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь. Это бесподобно. Это бесподобно. Такой ресторанчик. Народу ноль. Не знаю почему. И вид отличный на остров. Там залив. Вон там вот самолеты садятся, но, наверное, вы не увидите. И птички летают.
В общем, кайф одним словом. Вот вам еще, значит, один пляж. По совету друзей я решил заехать и сюда. Называется Марасти Бич, если я правильно произнес. Он типа популярный из-за того, что здесь есть бич-клаб, вот который за моей спиной, вон там вот на скале. По-моему, он называется White Rock или что-то такое. Я там только что был, пиво пил, покушал. Дорого и, кстати, не супер прямо уж так мега вкусно. А в остальном, вот уже второй пляж по счету, ситуация такая. У берега спокойная вода, потому что рифы мешают волнам. А вон там вот далеко, за мной, там, конечно, сильные волны. И там не покупаешься. А вот здесь вот можно водные процедуры так принять, ванну соляную. Я только что, минуту назад, приехал на такси домой. И шел сильнейший ливень. Я промок весь, просто насквозь. Вот видите, просто вот все, я весь, подожди, вся обувь, все. Минуту назад я вышел из такси. Минуту назад. Все, дождя нет. Дождя нет. Я только зашел в дом. Я выходил из такси, лило просто как из ведра. Че за подстава, ребят? Друзья, я пришел в очень необычное место попробовать очень необычный кофе. Кофе, который называется «Лювак». Если кто не знает, сейчас вкратце расскажу, буквально в двух предложениях, что это такое. Есть такие зверьки, называются они мусанги. Это хищные звери, но они также очень любят лакомиться спелыми, что немаловажно, самыми спелыми кофейными зернами. Вот, значит, они покушали эти кофейные зерна. Там они внутри, в пищеварительном тракте у этих зверьков, не то чтобы переварились, они прошли ферментацию, вот так вот скажем. Потом эти зверьки, эти зерна выкакивают, люди собирают эти какашки, моют. Потом кофе получается. Зверьки эти выглядят приблизительно вот так, в спящем состоянии, так как это хищники, они в основном бодрствуют по ночам, и днем они спят. Поэтому вот можете только в таком виде их увидеть. Во время пищеварения происходит изменение аминокислотного состава у зерен. И это очень сильно влияет на аромат кофе. Более того, кофе становится с меньшим содержанием кофеина. Там еще благодаря какой-то ферментации он еще более полезным становится, этот кофе. Ну и этот кофе считается одним из самых элитных и дорогих кофе в мире. Сейчас цена за килограмм этого кофе может достигать до $800. Когда мусанги живут в неволе, они выбирают самые спелые и вкусные кофейные вишенки. Из-за этого кофе тоже получается самым отборным. Когда это все происходит на фермах, то, конечно же, мусанги живут в неволе, кормят их в основном только зернами, чтобы, так сказать, увеличить производство. Говорят профессионалы-гурманы, что вкус уже не тот, но все равно он реально отличается от обычного кофе, который не проходит сквозь пищеварительный, через пищеварительный тракт этих зверьков.
Если кто-то из вас слишком брезгливый, то беспокоиться не стоит. Значит, после того, как зверек выкакал эти зерна, они проходят тщательную обработку, их моют, их сушат, их жарят, их молят, в конце концов. И как бы тут все окей, тут нормально. Но вот чисто с психологического точки зрения, это, конечно, интересно, понимая, что зернышко прошло большой путь. Но я, будучи супер брезгливым, все равно пробую этот кофе. Сейчас мне должны его принести. Вот с минуты на минуту я уже заказал. Зверюшки на самом деле очень милые. Их, конечно, не потискать, ничего. И даже вот, как вы видите, нос не увидеть, потому что они спят. Thank you. Yes, this is the Luwak coffee. And what is this? This is the cassava chips. Chips? Yes. Thank you very Maybe much. Maybe the Luwak coffee better you try first, no sugar. Right? No sugar, okay, got it. Thank you. Интересно. Ну да, правильно, сначала нужно попробовать этот кофе без сахара, чтобы прочувствовать вообще вкус. Давайте я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Значит, вот это чипс просто, вот это мусанг, а вот это кофе. Интересно. Очень интересно выглядит. Ладно. Да, какой-то очень необычный есть привкус, аромат. Необычный кофе, то есть не Неспрессо. Слушайте, а ваш кофе-то говно. Не, на самом деле, серьезно, интересно. Это интересно. Ну, смотрите, я, конечно, не профи, да, но могу сказать, что он мягкий. То есть вот этой горечи и терпкости нету. Он реально мягкий. Я прям не скажу, что он вот прям вкусный. Может, сахара все-таки нужно добавить. Но он такой мягенький. Чашечка кофе такого в Европе стоит 50 евро. И еще далеко не везде его купишь. Потому что производят его буквально, по-моему, 100... Вот, блин, не соврать бы, сколько? 100 килограммов в год? Что-то такое. Блин, я где-то читал, сколько... Производство этого кофе не превышает несколько сотен килограммов в год. То есть это редкий кофе. Один из самых дорогих, еще раз. Ну и вкусный. В принципе. Да, с сахаром вообще нормально. Так, друзья, ну что, шел 12-й день моего путешествия. И я подумал, что пришло время выбраться в город из своей деревни. И вот только сейчас, вот здесь, я понял, что я живу действительно в деревне. Вон там вот на Буките, где я остановился, там тихо, спокойно, там нет людей, там нет машин, везде можно припарковаться. Там, посмотрите вообще, что здесь происходит. Посмотрите, сколько просто байков припарковано. В три ряда. Куча народу. Шум. Гам. Задымленный воздух. Жарче, кажется. Все бибикают. Там музыка играет. Здесь там что-то кричат. Ну, вот это вот как бы центр Куты, я так понимаю. Насколько я разобрался. А за моей спиной там... Beach Sidewalk или что-то такое, Shopping Mall так называется. И я там только что был, и вы знаете, ну даже можно здесь пошопиться. Это, конечно, вам не Дубай, и никаких Louis Vuitton, Prada, DuPont, Hermes вы не найдете,
Но все-таки бренды есть. И, ну, я не скажу прямо, что их навалом, но самое основное есть. За минут 45 можно, конечно, пройти быстренько весь этот торговый комплекс. Если что-то вам прямо очень нужно, такое базовое, там, из одежды или аксессуаров, найдете себе. Если, конечно, что-то а-ля фэнси-шмэнси, то фигушки, езжайте в Дубай. Вот, еще я очень-очень засомневался в очках Ray-Ban, которые продаются как оригинальные, но я, конечно, ничего не утверждаю. Но вот мне показалось, что, скорее всего, они нифига не оригинальные. Вот, а цена как у оригинальных. Я как бы погулял-погулял, и все как бы хорошо, ну там Zara, H&M, ничего особенного. А вот чему я был очень рад, и прям вот чего мне не хватало, так это Uniqlo. Я помню, даже в России, вот после того, как они ушли, я скучал по Uniqlo, и в Дубае тоже нету Uniqlo. И здесь я вот прям как с цепи сорвался и прикупил себе вещичек, там ветровочку, купил футболку, носочки. В общем, мне очень нравится Uniqlo, я считаю, что это очень крутой бренд. Ну и смотрите, я купил сколько, раз, два, три, четыре, пять вещей, и это стоило мне 390 дирхамов, ну, как бы копейки по сравнению с дубайскими ценами. А по поводу цен, наконец-то здесь я начал чувствовать хотя бы цены, потому что в моей деревне на Буките все стоит такие копейки, что я прям, ну, я до сих пор нахожусь под впечатлением, как дешево я живу на Буките. Здесь, да, уже как бы один прием пищи стоит 50 дирхамов, в то время как на Буките он стоит 25 дирхамов. Это я перевожу в дирхамы все для себя. А в Дубае этот прием пищи стоил бы все равно дороже, минимум там 80 дирхамов. То есть даже вот здесь вот в Куте все равно дешевле, чем в Дубае. Ну, понятное дело. Смотрите, какой трафик, посмотрите вообще. Ну вот, что я вам скажу, что мне нравится это все? Мне нравится? Да нет, мне это не нравится. Я устал вот от большого, да? Все бибикают постоянно, просто постоянно. Чтобы проехать мимо, они, видимо, мимо кого-то проезжают, и они должны обозначить, что... Слышите, да? Просто, ну просто везде и всюду эти бибиканья. Я бы охренел уже на третий день. Не-не-не, мне нравится в моей деревне, мне нравится на Буките. Вот Кута-Бич за моей спиной. И я так понимаю, вот это как раз то место. Да, серферы здесь. Серферы. Ну давайте я чуть-чуть спущусь, покажу вам, что ли. Так, давайте посмотрим. Шик. Хоть поближе волну увижу. Да, очень много серферов, естественно. Да, в принципе, тут и купаются тоже люди, я так понимаю. И волны, кстати, небольшие. Блин, а что тут серфить-то? Волны-то вообще детские. Третий класс, четвертая четверть. Ну вот давайте немножечко прогуляемся с вами вдоль пляжа. Конечно же, везде вот эти серф-доски. Я так понимаю, что их можно и на прокат брать, скорее всего. И это школы серфа здесь, которые и обучают, и дают кататься.
Ну и правильно, потому что здесь серф-школы, в принципе, потому что не очень высокие волны, относительно невысокие. Я так думаю. Это мое предположение. Кафешки, магазинчики. Ну вот вам типичные Бали. Это уже вечер, уже закат скоро. Hello, how are you? Как я говорил, все очень приветливые, дружелюбные. Океан очень шумит, очень прям шумно. В принципе, вот я там смотрю, люди просто купаются без досок. Волны действительно небольшие, но все равно это все дело очень опасное. Вон большая достаточно пошла волна. Дело опасное, нужно быть осторожным. Я иду, задумался. Молчу, но вы идете со мной, просто наслаждаетесь моментом, так сказать. Просто смотрите вокруг. Конечно, какая-то своя атмосфера, которая ни с чем не сравнимая. Очень сложно передать. Но вот именно в тот момент, когда я замолкаю ненадолго, вы можете ее, наверное, лучше прочувствовать. Ну вот это Кута, короче говоря. Конечно, совершенно другое ощущение, впечатление по сравнению с Букитом. Здесь и туристов больше, и людей больше. И, как мне сказали, что вечером здесь просыпается вторая половина Куты, которая сейчас спит. Начинается ночная жизнь. И здесь громко. Вечером клубы работают. Музыка отовсюду играют, пьяные туристы ходят. Блин, ну это вот все как-то не мое, знаете. Вот я уже слишком стар для всего вот этого. Да, я очень стар. Я супер стар. Хозяин этого поместья, в котором я снимаю домик, рассказал мне, какая обстановка на дорогах в Чангу. До Чангу я еще не доехал. Я ему пожаловался, что мне ночью сложно ехать, и движение, и так далее. Ну вот, на байке. Так вот, он говорит, что в Чангу ты можешь 50 метров ехать полчаса. На байке, прикиньте. То есть пробка из байков. И он говорит, вот реально, твой дом вот на следующем перекрестке, через 50 метров, а ехать полчаса. На машине вообще нереально. Ну и я так послушал его, подумал, зачем? Зачем? Вот так вот выехать на денечек погулять, как я сейчас делаю, это нормально. А жить вот здесь вот, среди толп туристов, спасибо, нет. Да, движение здесь, конечно, атас просто полнейший. Но я вам говорю, это я еще не в Чангу. В Чангу еще хуже. А вот это я просто вам хочу немножечко показать колорита местного. Пожалуйста. Вот здесь вот люди тоже покупают себе одежду, очки, сувениры. Оу, блин, машина сзади едет, я по дороге иду. Он постеснялся мне бибикать. Вот это я чуть-чуть вглубь зашел от... Так, а вот интересно, что это она делает? Здесь, конечно, всегда все очень тесно.
И даже вот пешеходу с машиной не разойтись. Вы знаете, вот, конечно, очень много колорита, и мне это очень нравится. Вот, посмотрите, какой красивый храм. Здесь бесчисленное множество храмов. А вот здесь вот, пожалуйста, вам сразу же базар. Но знаете что, я вас хочу всех попросить, пожалуйста, поставьте лайки все те, кто когда-нибудь хоть раз мерил одежду, стоя на картонке за ширмой. Вот я лично мерил одежду, стоя на картонке. Те, кто понял, тот понял. А сейчас, наверное, половина людей вообще не поймет, что значит мерить одежду, стоя на картонке. Вообще архитектура здесь и культура, ну вот очень все интересно прям мне. Прям вот очень интересно. Ну, смотрите, я зашел в какой-то дворик. И это ничем не примечательный дворик. Посмотрите, какая красота. Вот просто посмотрите, какая красота. Я вообще не знаю, что это такое. Посмотрите, вот просто ландшафтный дизайн 10 из 10. Да? Я вообще не знаю, что это такое, но очень красиво. Ресепшн. Это ресепшн? Класс. Вот это мне все очень нравится. Наверное, это вход в какой-то отель, вот где вот эти бунгало. Да. Please be informed that outside food and beverages are not allowed to bring into pool hotel area. Thank you very much. I have no beverages with me. Я вообще не знаю, куда я иду. Вы идете со мной, вот просто гуляете, исследуете местность. Здесь какая-то беседка с подушками, где можно отдыхать. Ну, посмотрите, а? Ну, вот за таким отдыхом я приехал, чтобы просто отдыхать, наслаждаться тишиной и природой. И из шума максимум, что может быть, это писк комаров. Все. Вот просто мы сейчас ушли в тишину, но совершенно другая история. Вот среди толп туристов я уже не хочу отдыхать. Да, это отель с бассейном, симпатичненько. Красиво. Даже нет, не симпатичненько, забираю слово симпатичненько, просто красиво. Так, друзья, сейчас я нахожусь на пляже Джимбаран. По-моему, я все время боюсь ошибиться с незнакомыми мне названиями. И, ну, когда хозяин поместья, в котором я снимаю домик, узнал, что я люблю рыбу, да еще и свежую, он сказал, в общем, езжай на пляж Джимбаран, тут еще, значит, и закаты, пожалуйста, можно будет посмотреть, и самая свежая рыба здесь. Значит, смотрите, я вам сейчас вот прямо покажу, как это все происходит. Вот за моей спиной очень много на пляже рыбных ресторанов. Там самая свежайшая рыба, вот прям плещется в воде, в аквариумах. А передо мной, вот за моей спиной, значит, столики, рестораны бесчисленные, а передо мной я прямо в первом ряду сижу и жду закат. Наслаждаюсь вот таким видом. Что скажете? Я тоже в восторге. Пока что моя тарелка пустая, я жду, я заказал себе сибас, но я думаю, что на этом не ограничится, потому что я, скорее всего, пойду там еще в другом ресторане, есть огромное такое плато, или как оно называется, в общем, ведро, или, ну, плейт, тарелка, где всякие там разные морепродукты,
Я голодный такой, что я сюда полчаса ехал на байке, очень устал. У меня уже желудок прилип к позвоночнику. Я очень хочу есть. Закат будет через час, я чуть пораньше приехал. Вот так, кайфушечки. Итак, это мой отзыв о пляже Джимбаран. Вон те сотни тысяч миллионов кафешек, которые готовят вкусную рыбу. Значит, ну давайте по порядку. Конечно, мне хватило одной порции, я уже обкушался. Вкусная рыба, я заказал сибас. Туда в порции уже входит и рис, и салат, и соусы. И я еще это все дело полирнул сверху пивом. Ну, вы знаете, на самом деле мне очень понравилась рыба, честно, правда. Ну, понятно, что свежайшая, нежнейшая, классно приготовленная, все по уму, грамотно. Я вот сейчас вот иду, ну реально тяжело дышать. То есть рыба, все окей, круто. А теперь, значит, пляж. Ну, такое, пляж, который вот первый, в котором я был, на котором я был, мне понравился даже больше. А еще мало кто купался. Вот я когда пришел, еще солнце светило, мало кто купался, не знаю почему. Закаты. Ну, смотрите, вот я так и знал. Я вот так и знал, что преувеличены вот эти закаты здесь, на Бали. Ну да, закат, ну да, солнце садится, ну да, симпатичненько, ну да, вот красиво, ну да, можно пофотографироваться, ну да, вот, в общем, приезжайте в Питер на Финский залив, там такие же закаты. Да-да, я допускаю, что, скорее всего, я не самый красивый закат сегодня увидел, потому что еще бы туч побольше, да, чтобы вот свет отражался и все было красное, вот это зарево. Но вот сейчас, кстати, красное все небо, камера не передает, естественно, никаких вот таких вот цветов, которых я вижу. Да не гавкай ты, собак здесь вообще миллион, на пляже, без пляжа, вообще просто, это страна собак. После этой страны мне нужно срочно поехать в Турцию, в Стамбул, чтобы как-то это... Я здесь вообще ни одной кошки не видел. Короче говоря, по поводу закатов. Смотрите, это не столько красивый закат, сколько атмосферный. Тут больше атмосферы, чем вот какого-то супер-мега-вау заката. Погода хорошая. Сейчас, по-моему, 22 градуса, даже прохладно. И очень комфортно. Вот как-то так. Короче, я обкушался, довольный, прекрасная погода, чистый воздух свежий, пахнет рыбой везде. Как-то так. Да, друзья, по всем понятиям и закона блогинга, по идее, здесь должна была быть реклама. Но у меня ее нет. Не потому, что мне не поступают предложения о рекламе. Поступают. Просто мне не очень нравится то, что предлагают рекламировать. Уж слишком я ценю зрителя, а тем более своего подписчика. Рекламировать абы что, фигню какую-то, исключительно ради денег, не хочу. Вообще предполагается, что ведение блога – это большая работа. А любая работа должна быть оплачена. Но это не мой случай. Нет. Я это делаю бесплатно, безвозмездно, в свое, а самое главное, в ваше удовольствие. Я не получаю за это никаких денег. Зарплаты нет, монетизации нет совсем, рекламы, как я уже сказал, нет. Но я тут подумал, что было бы неплохо, если бы я получал за свою работу чаевые. Да-да, чаевые. И вообще, мне кажется, это должно стать нормальной практикой. Вы посмотрели ролик. Кайфанули, вам было интересно, отправили копеечку. И вам, наверное, приятно от этого. И мне точно очень приятно. Это прекрасно.
внизу в описании под этим роликом, кстати говоря, вы найдете способ, как это сделать. Всем спасибо, а теперь возвращаемся обратно к ролику. В общем, все-таки, наверное, этот ролик будет двухчасовым, потому что тут еще контент подъехал. Вообще, ролик был уже готов к публикации, смонтирован, все еще давно, но тут я траванулся. А так как этот ролик называется «Мои впечатления о Бали», и я, если честно, этот ролик, наверное, больше делаю для себя, чтобы на память, то вот это мое отравление как бы в памяти моей отложится, я так понимаю, серьезно. И давайте-ка я вам расскажу кое-что. Значит, история такая. Сижу я себе днем, ничем не примечательным, работаю за компьютером и чувствую, знаете, вот что-то как-то спина начала ломить. Думаю, ну ладно, может быть, долго сижу, неудобно. Потом как-то вот руки, ноги начали гудеть. Думаю, так, ну ладно, что-то не то. В общем, весь день в таком состоянии проходил, а к вечеру понял, что у меня температура. И я лег спать, ночью проснулся в лихорадке, под 39 было. Давайте так, без подробностей, но вы поняли, что ту ночь первую я провел не в кровати, не в спальной, а в ванной комнате, в туалете, да. На следующий день мне было нифига не лучше. Я поехал в больницу. Надо отдать должное страховке. Она сработала, все хорошо. В больнице мне поставили капельницы. Взяли кровь на анализ. И сначала доктор думал, что это лихорадка Денге. Есть здесь такая лихорадка Денге, которая переносится комарами. Потом он такой говорит, нет, скорее всего, у тебя какой-то ротавирус. А потом, после того, как у меня взяли кровь на анализ, выяснилось, что они нашли у меня бактерию сальмонеллу. И получается, что у меня сальмонеллез. Меня там в больнице вообще трясло, коротилово по полной программе, но они меня отпустили домой с таблетками, со всеми. Я начал пить антибиотики и еще кучу всего. И первые три дня были вообще тяжелые. У меня изменился голос. Вы слышите, какой у меня голос? Я не знаю, почему, и никто не знает, почему у меня такой голос. Может быть, от обезвоживания, но вроде бы электролитический, или как он там анализ показал, что все нормально. Ну, короче, голос изменился. Вот. Сейчас уже идет шестой день болезни. Я уже закончил пить антибиотики. И меня до сих пор трясет, колбасит. У меня температура 37, 37,3, 37,5, то 36,6, то 36,8. И такое состояние ломка вот всего тела. Шестой день, да, сейчас идет. Короче, я до сих пор мучаюсь. И что я вам хочу сказать, это нифига не прикольно. И врач, вот самое интересное, сказал мне, что он такой говорит, да, мистер Артем, мы у вас нашли сальмонеллез, но у вас еще и его не очень-то и много, потому что мне сделали количественный тест и выяснили, что он, ну там вот этой бактерии сальмонеллы, ну вот верхняя планка как бы чуть-чуть зашкаливает. И доктор говорит, что если бы к нему пришел вот с таким количественным тестом местный, он бы его отправил домой лечиться без антибиотиков, потому что у местных здесь большая резистентность к, не то чтобы иммунитет, а просто резистентность к сальмонелле и вообще к другим бактериям. Оказывается, как мне сказал врач, здесь сальмонелла вообще распространена. И ее можно подхватить не только
там в яйце или в сырой рыбе, но еще и в мясе, а еще и в воде. И чтобы защититься от этой херни, ну это просто вот нереально. Почему? Потому что вот, допустим, хорошо, я на самом деле здесь ел сырую рыбу, лосось. Там были такие драники с лососем. Вкусно было. Но я не знаю, оно это или не оно, потому что сальмонеллез проявляется через 6-12 часов после попадания в организм. А сейчас вот подумать, сообразить, что я ел и на что-то грешил, вот нет. Нет, нельзя так. Но, короче говоря, о чем это я? Ребят, вот я сейчас говорю, мне так вообще фигово. У меня все мышцы болят, ломит спина. Да, защититься нереально. Даже если вы не будете есть сырую рыбу, вы можете есть салат. А салат могут мыть в проточной воде, да, там из-под крана здесь, в каком-нибудь там ресторане или кафешке. И сальмонелла может быть в проточной воде. Или, например, даже если салат помыли в нормальной воде, нерадивый повар может, к примеру, разделывать этот же салат или мясо, которое он пожарил на доске разделочной, на которой он до этого разделывал, извините за повторы, рыбу сырую. И там была бактерия сальмонелла. То есть вообще не защититься от этого никак. И здесь на Бали есть такой диагноз специальный местный. Называется Бали-Белли. Белли – это как бы, ну, господи, живот. И это типа отравление местное. Потому что здесь можно подхватить, ну, много чего. А вот это сальмонеллу вообще на раз-два. И подкосила меня эта хрень, я до сих пор лечусь. Решил, что это нужно отметить у себя в видео, потому что это реально впечатление от Бали у меня первое. Вот, месяц я уже здесь, и вот спустя месяц как... Но жестко, это жесткая херня, вот серьезно, ребят. Это не просто, я сразу просек, что это не простое там какое-то отравление, как вот обычно, а прям... по полной программе. Как сказал мне доктор, когда выписывал меня, когда отправлял домой, он говорит: «Welcome to Indonesia». Я говорю: «Спасибо». Хоть и надо быть здесь осторожными, но у вас не получится защититься от всего. Вот от этой сальмонеллы я говорю, это только если самому все готовить от начала до конца и бутилированной водой мыть все. Тогда, наверное, да. Но в моем режиме и режиме туриста это практически нереально. Так, я уже говорил, что здесь много всего, да? Вот у меня вообще путаются мысли. И я сейчас записываю, у меня температура 37, чтобы вы понимали. Вот от сальмонеллы не защититься, от лихорадки денге, которая переносится комарами, практически тоже не защититься никак. Ну, то есть вы же не будете всегда себя репеллентами вот это обрызгивать все, и, ну, это же нереально. Еще здесь, как я выяснил, оказывается, было недавно обнаружен португальский кораблик. Это такая медуза, которая очень болючая и очень жгучая, ядовитая. И она еще мелких размеров, этот португальский кораблик. И, по-моему, эта медуза на втором месте по болючести. Ну, то есть, блин, вот это Азия, ребят, это Азия. Я как бы понимал, когда ехал, другой мир, другой мир. Что еще сказать, не знаю. Короче, просто пожаловался вам и себе, потом буду пересматривать через много лет. Буду вспоминать и улыбаться, вот это все. Давайте, это был такой, знаете, вот вставка в ролик, теперь возвращаемся там обратно, вот как он ролик должен был идти, так он дальше и пойдет. А это был такой блог про то, как я отравился бактерией сальмонеллой. Пошел пить панадол.
А, стоп, я совсем забыл, подождите. Перед тем, как я закончу этот блог, я должен сказать обязательно спасибо моему подписчику из Ютуба, который подписан на меня в запрещенном грамме. Я вот там в этом запрещенном грамме в сторис делюсь всем этим. И мой подписчик оказался доктором, и он реально мне помог. Советами, наставлениями и вообще вот просто хороший человек. И лекарства проверил, которые мне прописали, и порекомендовал, что и как делать, и комментировал мое состояние, и на следующее утро писал и спрашивал так, ну, мол, вот, обход в больнице, как дела, персидский. Короче, Дима, спасибо тебе большое, ты реально очень помог. Вот все-таки хорошо иметь в подписчиках доктора. Вот, все. Теперь обратно к ролику, давайте. Я специально выбрал очень антуражное место, мою кухню, для подведения итогов этого видео. Я предлагаю потихонечку закругляться. Почему? Потому что это видео, на самом деле, могло бы продолжаться еще очень долго и долго, потому что я посещаю какое-то место, снимаю, типа рассказываю вам. Но это было бы неправильно, потому что видео-то называется «Первые впечатления». Я так понимаю, что вы уже, наверное, прочувствовали все мои впечатления, и их достаточно много. Вообще, я стараюсь тут отдохнуть в первую очередь головой, одновременно обогатиться морально и духовно и культурно. Кстати, на секундочку, добрый вечер, я даже успел в музей заглянуть, в музей азиатского искусства, и я вам должен сказать, что мне очень понравилось, потому что вот это азиатское искусство, оно очень отличается кардинально от всего того, что я видел до этого в других музеях Европы, скажем. Это искусство интересное, необычное и... Да, красиво. Красиво, специфически красиво. Этот музей находится в Нуса-Дуа на Буките, и я его однозначно рекомендую. Вот когда вы духовно обогащаетесь, вы тоже в какой-то степени отвлекаетесь вот головой и как бы отдыхаете. Давайте, вот, значит, самое основное по пунктам, коротенечко и самое важное. Я перед тем, как сюда ехал, посмотрел всяких блогеров. Вообще, вот видео про Бали вот столько. Если надо, вы найдете вообще все, что угодно, и я вам не нужен. Но я так понял, что не всем можно верить. В том плане, что вот один блогер говорил, что еда здесь плохая, и ее нету. Я такой, как бы, в смысле? Здесь еды столько, и она самая разная. Во-первых, я понял, что вот этим итальянцам с его кафе здесь ничего не ограничивается. Еда действительно самая разнообразная всех стран мира кухни, и очень много русской кухни, что приятно и радостно, и готовят вкусно, из хороших качественных продуктов. И вы знаете, вот здесь вот сложно похудеть. Я как бы думал, что я здесь должен похудеть, но у меня план такой был. Но нифига подобного, потому что еда везде и всюду, и нужно все попробовать. И еще раз говорю, вкусно. Теперь очень большое впечатление на меня произвело действительно, на самом деле, дорожное движение, правила дорожного движения, стиль дорожного движения. Это просто пипец.
Ну, во-первых, я так и не понял, есть ли здесь какие-то правила вообще дорожного движения, потому что все едут, как они хотят, и кто наглее, тот едет. И там притормозил, поехал, где, что, слева, справа. Я у двоих здесь местных спросил, с какой стороны пропускаем, они мне так толком и не ответили. Местные лихачат, катаются вообще без страха. Причем как катаются? Вот я говорю, вот здесь у людей реально атрофировано чувство самосохранения, что ли, потому что иногда вот смотришь по 3-4 человека на байке без шлемов, с детьми. Я видел, как мамаша ехала ночью в дождь, обгоняя меня на повороте с маленьким ребенком сзади. Пока европейцы и весь остальной мир, там Евронкапы или как они там называются, там сколько, 5, 6, 7, 8, там система защиты, как оно называется, я не знаю, там подушки безопасности, ESP, там АБС, все вот это придумывают и заботятся о здоровье, да, о, ну, как бы безопасности. Здесь не вообще. И я видел, знаете, как здесь любят сидеть, особенно женщины, когда сидят на заднем сидении, они ноги как бы свешивают в одну сторону. И вот они вот так вот едут, и они ни за что не держатся, и они в это время могут еще в телефоне сидеть, и человек там обгоняет на повороте на большой скорости, летает вот так вот, они вот сидят. Ну, в общем, знаете что, у меня нету GoPro, а вообще здесь нужно кататься с GoPro, этот контента было бы вообще просто миллион. Короче говоря, чтобы вы видели, как я вожу, я вожу вот просто супер-мега аккуратно, и вообще отойдите все от меня подальше, отъедьте, потому что я тут боюсь очень сильно водить, это реально опасно, ну то есть просто это реально опасно. Я за себя отвечаю, я как бы, машины летят навстречу по полосе моей, блин, это просто вообще, ну короче. Я говорил, что я здесь не видел никаких ужасов, а ужасов я тут боюсь вот в виде всякой живности, и я говорил, что, мол, все это комфортно, прикольно, и никого нет. На самом деле есть, вот я здесь уже больше 2 недель, и мне довелось увидеть у меня дома вот это чудо в перьях. Я уходил с утра и закрыл за собой дверь, ну, после себя дверь, и смотрю, оно. И как бы я ушел, думал вообще не возвращаться домой, думал вообще там вещи оставить и переехать в другое как бы место. Но потом хозяина попросила помощи, и он его поймал и выкинул. Но, блин, это, конечно, жесть. Еще пару мелких пучков видел. Ну, то есть тут как бы бывает, я отдавал себе отчет в этом, когда ехал сюда, но, блин, у меня дома такая вообще жесть. И здесь я как бы понял, что, оказывается, я боюсь обезьян, потому что я раньше не боялся обезьян, но они какие-то реально стрёмные. Я гулял, и вот в тех местах, где много диких обезьян, и я вам скажу, они реально вот неприятные. И когда вот она идет на тебя, вот эта обезьяна, то она... Нет. Говорят, что они вроде бы не укусят и не нападут, но если укусят, это же, вы сами понимаете, пиздец полный. Но что я понял, что они вообще воришки капец. И... Что они воришки, и что... Вот когда рядом обезьяны, я вообще камеру прятал... Телефон прятал, вообще даже не доставал из кармана. Знаете почему? Я вам сейчас покажу вообще супер контент. Просто супер пушечный контент. Зацените, вы приколете сейчас. Вот так вот идешь себе по улице, идешь, и тут опа, обезьяна. И нужно быть очень осторожным, потому что, как я понял, они капец какие воришки. Они просто тащат все, что попало. Спасибо, спасибо, приятно познакомиться. Смотри, смотри, смотри. Офигеть! Офигеть!
Это я заснял. Не, ну вы прикиньте, вот так вот просто сдирают с лица очки, и ну стрёмно, стрёмно. И вот я думаю, здесь есть такая достопримечательность — парк обезьян. Думаю, 300 лет оно мне не нужно вообще еще в какой-то парк ехать и платить деньги, в то время как вот эти обезьяны вокруг, здесь на улицах, и они такие, вот бывают же еще и агрессивные вообще обезьяны. Не-не-не-не-не. Все, я теперь понял, что обезьяны нет. А еще один момент забыл сказать про обезьян. Там одна обезьяна стащила сотовый телефон у туриста, и быстренько подбежал местный и начал ей кидать какие-то разноцветные шарики. Эта обезьяна начала их ловить, он быстро подбежал, но когда она начала ловить, она отпустила телефон, и он быстро подбежал, забрал телефон. То есть он так отвлек чем-то цветным обезьяну. И да, но как бы это все было очень быстро, сразу попался местный с этими цветными шариками, а вот так вот возьмет обезьяна телефон или там еще хуже камеру и улетит туда на дерево, и она начнет ее разбирать, потому что они очки там разбирали. Вот, короче, я говорил в двух словах в своем видео про шопинг, и сейчас же я хотел бы чуть-чуть сказать про шопинг часов. Ну, как бы в двух словах, его здесь нет. То есть здесь его вообще нет. Здесь какой-то нереально огромный рынок и большие магазины с подделками и с копиями. И причем копиями низкого качества, и это просто вообще жесть. То есть огромный магазин, и там прям вообще все, что только хотите. Но опять же, повторюсь, плохого качества еще к тому же. А единственное место, где я нашел нормальные бренды, так это есть какой-то такой магазин в центре города, рядом с другим там шопинг-моллом, где это как бы магазин duty-free. То есть, покупая в этом магазине вещи, вы не можете их забрать, их доставляют в аэропорт, и вам прям, по-моему, даже в самолете или на паспортном контроле отдают вашу покупку. И там есть Омега, достаточно большой бутик, там есть Гамильтон, там есть Миду, там есть Ланжин, там еще что-то есть, я точно не помню. Но самое интересное то, что сейчас в этом бутике Омега, там, кстати, неплохой выбор относительно, но там сейчас можно купить любую Омегу со скидкой 40%. Да, 40%. Я там не нашел ничего для себя, поэтому... Ну и самое главное, от чего у меня самые большие впечатления и эмоции, это, конечно же, от красивых мест, от этой природы вообще, от... я не знаю, как еще сказать, от красоты местной здесь. И я уже повидал какие-то красивые места по-настоящему, от которых дух захватывает. Я наслаждался молча, уставившись в одну точку, и кайфовал там часами. Понимаете, вот насколько есть красивые места. Это просто дичайший восторг, насколько же красиво бывает на нашей планете. И я осознаю, что живя вот здесь вот на Буките, в своей вот этой деревушке, где мне очень нравится, и вообще я кайфую вот от этого всего, я осознаю, что я ничего еще здесь не видел. А это есть в планах. Я понимаю, что нужно ехать в центр острова, нужно ехать в джунгли, в сердце острова, где красота другая, но она еще больше красивее, вот эта красота. Я чувствую, я знаю, но я видел, я насмотрелся видео. Но понимаете, в чем дело? Эта история, она более... интимная, что ли, в хорошем плане этого слова. То есть я имею в виду, что она более такая вот внутренняя, сокровенная. Это не вот так вот, как я вот просто туристам здесь: вау, прикольно, и с вами поделился. Нет, я хочу больше вот углубиться в самого себя, в остров, познать, постичь, прочувствовать. Я должен побыть наедине с собой, вот без своих мыслей, и просто, как сказать,
Короче, вы поняли. И это, наверное, уже будет все-таки без Ютуба. А вообще, я не знаю, что и как будет дальше. И я не знаю, где я буду дальше. И я не знаю, сколько я здесь буду еще, потому что обратного билета у меня пока что нету. И вроде бы мне здесь нравится. Посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. А пока что я знаю, что делать вам. Вам нужно подписаться на канал. Если вы вдруг еще не подписаны, оставляйте комментарии, лайки туда же. Всем большое спасибо за просмотр. Это Артём Персидский. До новых волнующих встреч. Пока. Кто-нибудь может мне сказать, почему я в наушниках сидел и все это записывал?